Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям и резервам украинских войск. В Харьковской области, в районе Однорубовки и города Харьков высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации 116-й бригады территориальной обороны и отряда специального назначения «Омега» уничтожено до 30 военнослужащих вооруженных сил Украины и 10 единиц военной техники. В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники. В районе населенного пункта Спорная Донецкой Народной Республики в ходе безуспешных действий 10-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины уничтожено более 80 украинских военнослужащих убитыми, 8 бронированных машин и 5 пикапов. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией поражены 7 пунктов управления вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Доброполье, Артемовск Донецкой Народной Республики, Камышеваха Запорожской области, Ольгина Херсонской области, Калиновка, Мурахова, Новороссийской Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника вооруженных сил Украины в 116 районах. Уничтожено 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Приколотная, Изюм Харьковской области, Красная, Северск и Новогригоровка Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Снегиревка и Терновые Поды Николаевской области, Землянки, Каменка, Новопетриковка, Кирилловка, Николаевка, Старомлиновка Донецкой Народной Республики, Максима Горького, Пятихатки и Чкалова Херсонской области, а также Смелая Запорожской области. Кроме того, в воздухе уничтожены 2 баллистические ракеты «Точка-У» в районах Перевальска Луганской Народной Республики и города Донецк, а также 30 снарядов реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и «Альха» в районах Каховской ГЭС, города Херсон и населенного пункта Трудовое Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники.